Улицу с названием «Шлакоблочная» сложно найти по навигатору. На многих современных картах ее просто нет. Но до сих пор здесь, в доме на двух хозяев, все еще живут люди. Каждый год вот поджигают траву и все время горим. Один год так вот не горели. То, что мы сами уже тут ходили караули и сами уже возле дома вокруг обжигали, все. И вот осталось, в администрацию обращались, но это все бесполезно. Остальные строения на улице снесли много лет назад. Тогда же обрушили колонку поблизости. С тех пор жильцы дома на Шлакоблочной ходили за водой по бездорожью за железнодорожные пути. Но в октябре колонка сломалась и там. Заявление в городскую администрацию жители передали председателю своего КТОСа. Огромная просьба переселить нас в цивилизацию. Скорая подъехать к нам не может. До остановки далеко. Водопроводная колонка очень далеко и постоянно замерзает. И у нас в семье инвалид. Вот люди, которые действительно от души вот это написали. Ответ на официальное письмо было более сухим и сообщало, что колонка уже отремонтирована. Мы сделали попытку набрать из нее воду. Предполагается, что вот из этой колонки люди должны набирать воду. Как это можно сделать, ну, непонятно. Вода самая ближайшая. Сейчас, если взять в последнее время, все колонки же везде сейчас снесены. Хоть и где-то колонка стоит на поселке, на Кадровике, вот, так там и то воды, ну, она отключена. А ближайшая вода, это за вторым участком, за остановкой, ну, к ветлечебнице. А зимой приходилось и снег топить приходится, и где, когда, в бараках. В бараках сейчас тоже не возьмешь воды. Вокруг сейчас одни предприятия, они в основном стали частные, когда были государственные, то да и сам в разрезе работал. Там набирали воды, когда на колонке нет. Чтобы попить или помыться, жители дома собирают дождевую воду. А этой зимой даже были вынуждены топить снег. Вот здесь вот мы топили зимой снег. Вот у нас еще тут обгоревшие. Вот здесь вот компания... Напивали снегом бачок. Снега полный. Ну и топили, сливали воду. И это потом ее про, ну как сказать, ну просеивали, чтобы грязи-то не было. Кипятили и пили воду. На полив воды уже не хватает, поэтому огород пустует давно. Но заниматься им приходится постоянно. Как минимум убирать траву, чтобы по ней огонь не мог приблизиться к дому. То, что садить не ставим сейчас, потому что и трава-то есть, траву-то убираем, то, что подальше, чтобы от дома было. А так все, как только забор поставишь, на повесне поджигает, все сгорает. Уже невозможно стало ставить. Здесь вот были сарайки у меня тоже, все тоже сгорело. Ежегодный пал травы и отсутствие воды уже немалая беда. Но жителям повезло и по другим направлениям. Когда в прошлом году от поселка Кадровик отводили канализационные стоки, недалеко от невезучего дома прорыли канаву. Ни скорая, ни пожарная добраться на Шлакоблочную теперь не могут. А в дни потопления поселка нечистотами дом оказывается практически на острове среди разлившихся сточных вод. Дочь Татьяны и Валерия перебралась в город. Ее приютили родственники. А вот самим пенсионерам податься уже некуда. Одна надежда, что об их бедах узнают, и кто-нибудь неравнодушный сможет помочь этим людям.